Очередная рыбалка на пресняке. Небольшая степная речушка. Здесь я никогда не был. Попробую поджиговать. Если на джиг ничего не будет брать, то переключусь на воблеры. В общем, пару часов у меня есть в запасе, так что не буду терять времени. Спускаю лодку на воду и в путь. Добрался на место, думаю начать с джига, с джиг-рига точнее. Поставлю вот такой вот флит от Fishup, 4-дюймовый. И небольшой грузик, наверное, начну с граммов, наверное, 6. Небольшая степная речка. Тут может быть окунь, щука, судак. Стандартный набор. Всегда использую поводок из флюорокарбона. Вообще цель — поимка судака. Ну, посмотрим, есть он тут или нет. Не знаю, тут пока не ловил. Флюор 18-либровый. Это, наверное, где-то 0,3 миллиметра. Честно говоря, не помню. Ну что, попробуем. Глубина небольшая, кстати. Очень небольшая. 6 граммов, быстро так падает. В русле немножко больше глубина, а так водоем достаточно мелководный оказался. Батя вон на берегу стоит, кидает блесна. Ну что-то смотрю, ничего пока не поймал тоже. Пока тишина прямо. Так, тут вдоль берега проявляла себя щучка, поэтому поставил я тиник. Сейчас его чуть покидаю и, наверное, снова перейду на джиг, если не будет никакого результата. Миляк, даже тиник под дну шкрябает. Мелечок откровенный возле берега, надо что-то более поверхностное поставить. Так, перебрался я на новое место, поставил снова воблер. Тут возле этой старой разрушенной кладки плескалась какая-то рыба. Выходы были прям такие нормальные, похожи на щуку. Хочу обловить это место, авось улыбнется удача. По крайней мере, уже... Опа! А вот и выход был. Друзья, был выход. Все-таки она там. Она там, я попробую ее доловить. Есть! Вот она. Надо тминул. Сойдет, нет. Ну, неплохая такая щучка, если честно. Да, неплохая. Сойдет, в общем.
что вам сказать. Такая красоточка закилушная попалась. Очень хорошая. Вся в пиявках, кстати. Так, сейчас я ее освобожу. На два тройника засеклась. Нормально села. Это зря. Вот это зря, конечно. Оторвало мне эту фигню на захвате. Не, хорошая. Полтораха, я думаю. Прошу обратить внимание на тройник. Она мне его разогнула, но не сошла. Сейчас подогну снова. Попробую еще половить на этот воблер. Честно говоря, хотел на резину ловить. Судака, но если такие щучки будут клевать неплохие, то в принципе готов и на воблеры половить. Тоже интересная тема. Вот. Частенько такое бывает. После поимки первой рыбы, ну думаешь, ну все, лючик подобрал, сейчас пойдет. А нет, не тут-то было. Опа, эх ты, промазала. Ну, был выход. Промахнулась. Короче, среди-то все-таки рулит. Думаю, пока его и оставлю. Раз щука им интересуется. Уже два промаха было и одна поклевочка реализованная. Ну вот это мелкая промахнулась, прям очень мелкая. Граммов, наверное, 300. Ну что в итоге? Было у меня 4 выхода, причем это за полчаса, наверное. Так до этого час плавал, толку не было. И потом в итоге щука активизировалась, как дело... Дошло до обеда, видимо, у нее тоже по расписанию обед. В общем, потеплело, туман ушел, и щука активность проявляла. 4 поклевки за полчаса, в итоге одна только реализованная, ну, такая, под двушку. Щучка влетела на Цурибита Dead Minnow. А на этом все, к сожалению, вынужден собирать вещи и ехать. Сегодня рыбачу не один, с отцом, он по берегу ходил, ничего не поймал, задолбался, говорит, поехали домой. Ну, такая вот у меня скоротечная рыбалка, но результативная, в общем-то. Всем ни хвоста, ни чешуи, хороших вам осенних трофеев, всем пока.